Обшарпанные сиденья, антисанитария и отсутствие отопления. Жители Талдыкоргана требуют срочно отремонтировать единственный автовокзал в городе. Говорят, цены на билеты ежегодно увеличиваются, а вот ремонта в здании уже десятки лет не проводился. Что говорит руководство учреждения и когда планирует обновить местную инфраструктуру, знает Амина Усенова. Талдыкурганцы вот уже несколько лет требуют отремонтировать местный автовокзал. Говорят, в здании царит полная антисанитария. Кроме того, в нем практически отсутствует отопление. Мне здесь ничего не нравится. Нет ни условий, ни сервиса. Там очень грязно, не хочется даже ехать. Автобусы через один работают. Стараюсь передвигаться на такси. На дворе 21 век. Нужно же обновить его в соответствии со временем. Было бы хорошо провести реконструкцию. Мы раньше пользовались автовокзалом, но сейчас это невозможно. Он не соответствует сегодняшним требованиям. Руководство вокзала тем временем заверяет, что в помещении регулярно проводится мелкий ремонт. Стоит отметить, единственная транспортная платформа города находится в частной собственности. Мы сменили окна на втором этаже, поменяли батареи. К 10 марта завершим ремонт нового туалета. Все это делается для пассажиров. Мы получаем лишь 15% от проданного билета. Остальные мы даем водителям, направляем на необходимые нужды. Мы не получаем ни копейки от государства, так как являемся частниками. Никакой поддержки, ни субсидий, ни компенсаций. Но тем не менее мы работаем. Ну а в скором времени здесь планируют начать капитальные ремонтные работы, заключил директор вокзала. Амина Усенова, Диана Турлыбек, Мирас Анитов, телеканал Алматы.